В марте прошлого года с крыши административного здания глыба снега рухнула прямо на школьницу. Девочка получила травмы средней тяжести. А это любительское видео заснеженного Бодайбо под сугробом. В ожидании помощи девушка пролежала 4 часа. А это Иркутск. Глыба льда упала на мужчину. Правда, он сам пренебрег опасностью. Территория рынка была огорожена сигнальной лентой. Сейчас для коммунальщиков начинается горящая пора. Но только для тех, кто действительно работает. Чего не скажешь про городские службы Ангарска. В конце января они получили предписание от окружной администрации очистить крыши зданий от наледи и сосулек. Выполнили его далеко не все. Грубо говоря, вчера мы выезжали, работы фактически не проводятся. В отдельно взятых местах работают бобкеты эти, да, где-то вышки работают в 251 квартале по очистке. Больше мы особо ничего не видели. Висание идет над крышами. Опасная для жизни, я бы сказал, для здоровья граждан. В случае, если это упадет кому-нибудь на голову, мы можем иметь тяжкие последствия, вплоть до возбуждения уголовного дела. Поэтому никому это не надо, и обращаю внимание на очистку данных крыш. На совещании в мэрии представители всех управляющих компаний, заместитель главы округа Андрей Сафронов категорически недоволен работой коммунальных служб. Жалобы от ангарчан на плохое содержание крыш поступают регулярно. Ситуация повторяется из года в год. Если снег с крыш не убрать вовремя, он начнет таять, вследствие чего образуются сосульки, а это угроза для прохожих. Также возникает течь, которая может попасть в квартиры жильцов. В категоричной форме потребовали в ближайшее время, первое, это оградить все опасные участки, второе, предоставить до конца недели, предоставить графики вывоза, уборки и вывоза снега с дворовых проездов. Внутри дворовые проезды еще одна боль. Коммунальщики не могут убрать снег, ссылаясь на недостаток спецтехники. В мэрии обратили внимание и на этот вопрос и обязали службы до конца этой недели выполнить все обязательства по очистке территории, как крыш домов, так и дорог и тротуаров. Ирина Шавлюк, Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время.